Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш Мукбанг-канал. Сегодня у нас много пиццы! Три огромные пиццы. Угу. Вот, запиваем мы не кока-колой, как мечтал Алексей. И даже не чаем, потому что забыл себе налить его. У меня чай. Это не я обделила Алексея, это мне он налил, а себе не налил. Так, пицца у меня знатная, дети уже поужинали. Им было очень вкусно. Закатывали глазки, мычали. Отъезжали на кресло. Что только не было. Насмотрелись. Давайте пробовать. У каждого своя, это пополам или как? Как хочешь. Это горячее, эту бери. Это горячее. Да. Ссылочку на рецепт теста, по которому я сделаю пиццу. Там я делала турецкую пиццу пиде. А так тесто то же самое. Просто беру начинками, импровизирую как угодно. Получается нежное, тоненькое тесто, много начинки, сочное объедение. Да? Шик. Кстати, напрасно ругает турецкую колбасу. На пиццу она отлично идет. Угу. Что я вам хочу сказать? Про начинку хотела рассказать. Короче, я тонко раскатываю тесто примерно 3 миллиметра. Не больше. Укладываю, промазываю кетчупом. Кетчуп хороший, берите, главное. Дальше бёрнером своим нарезаю колечками лук, помидоры, болгарский. Практически всегда у меня один и тот же состав, да? И сверху кладу либо... Продается здесь у нас в Турции курочка донар в упаковке, просто там накрошенная уже курочка донаровская. Либо эту курочку кладу, а сегодня у меня было много колбасы, поэтому все пиццы у меня с колбасой. Сегодня положила колбасу и обильно посыпаю сыром. На 200 градусов 15 минут, и вот такая вот шикарная, сочная получается пицца. Кстати, народ не писал. А чем еще можно так посыпать, чтобы вкусно было? Предложу, что грибочками можно. Да. Оливки, кто-то кукурузу. Разные наполнители. Кукурузного любителя. А вот оливки, маслины, мы грибочки. В Венгрии покупали, помнишь, клинышек? Метровый. Там штука не было. Там кукуруза тоже была, да. Там было много начинки, но она такая, не вся прям мясная была, там много овощей всяких разных, кукуруза и чуть ли не горошек. Очень вкусно. Представляете, Оля не смогла съесть клинышек, один клинышек пиццы. Оля, венгерская, которая ест и порой, если очень вкусно, больше, чем Алексей, не смогла съесть клинышек. Была голодная. Эх, жалко, мы тогда мукбанги не снимали, да? Да. Было бы интересно. С этой пиццей можно было несколько дней снимать мукбанг. Ну, два. Два точно. Ну, да. Три, наверное, еще от детей потом доедать. В общем, я съел свой кусок. Миша с Олегом вообще не смогли съесть там, даже близко. А мы не знали, что она такая. Мы просто сказали, нам, пожалуйста, 4 кусочка пиццы. Нам дали 4 кусочка метровых пиццы. Угу. И еще, говорит, вам острую или нет? Он говорит, да нет, наверное, не острую. Кто там, дети туда-сюда. Угу. И у нас получилось, они просто делают огромную пиццу и... У них половина не острая, половина острая. Потом просто вырезают, какую тебе надо. Острую? Ну, от острого края. Не острую? От неострого. Угу. Один кусочек получился на стыке. И у меня был один прям край, прям очень острый. А другой? Нормальный. Но вкусно было? Вкусно. Они паприку свою сыпят там. При том, что мы не знали вообще. Мы думали, мы вот такой кусочек получим. Может, чуть-чуть больше, да? В итоге мы купили 4 кусочка пиццы. Потом я смотрела
что местные покупают. Я говорю, мне вот такое прям пальцем показывало. Такое, эдакое, всякое. Всяких там, короче, этих перекусов набрали уйму. Готовое. Готовое кулинарное, так сказать, изделие. Что-то там вкусненькое была, курочка какая-то в хляре. Ну, а в виде там этих каких-то палочек. Но все было вкусно. Это были в Ашане. Да, это был Ашан. Аучан. В Будапеште. Классные времена были, да? Да. Хотя работа у нас была ничуть не легче, чем сейчас. Но мы могли себе позволять колесить. Единственное, так и не посмотрели Будапешт. Так что не вычеркиваем его из нашей карты желаний. Ага. Что вам сказать? Дети учатся, дети молодцы. В первый день, как только мы им доступ, мы проплатили опять онлайн-школу, открыли доступ. Мишутка сделал трехдневный ударный план. Решил задание. При том, что он занимался за 3 дня. С 2 часов дня. Угу. И уже к 9 вечера уже 3. 3 дня сделал. Да. А я ему, он ленился до всей этой эпопеи, да? До всех этих качель образовательных. Он ленился очень сильно. А я ему всегда говорила, твоя программа рассчитана на 3 часа в день. Твоя программа рассчитана на 3 часа в день. И он нам сегодня это доказал. За 7 часов он сделал 3 предмета. Значит, за 3 часа в день реально делать, да, один, этот, как его, у него там по одному уроку в день. Но, правда, заданий там много сразу по русскому языку там. 5-6 упражнений, по математике там 10-12 номеров, ну там вот столько задают, но задают по, вернее, в расписании ставят по одному предмету в день, потому что третий класс. У Олега по 3-4 предмета, но тоже такие объемные задания, большие. Вот. Ну решил же, трехдневный план выполнил за один день, за 7 часов, даже на 2 часа раньше, чем... Программа рассчитана, да? Да. Но у них сейчас усиленно заниматься надо. Нагонять, нагонять и нагонять. Пропустили месяц, пока в эти турецкие каникулы попали. Попали каникулы, пока пробовали турецкую школу, пропустили русскую школу в месяц. Ну не жалеем, школа турецкая, было интересно посещать. Дорого обошелся нам этот опыт, но тем не менее, дети имели возможность сравнить. Школы кардинально отличаются. Оффлайн школы, российская и турецкая, кардинально отличаются, но с другой стороны, Лёш... Не совсем корректно сравнивать. Здесь мы в частной школе, а там государственная. Здесь, может, государственная совсем по-другому. А там в частной, может, совсем по-другому. Не может, а 100%. Вероятно, возможно, не исключено. Мы не жалеем. Что прошло, то прошло. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому мы сидим и ни хрена не делаем. Да? Вот так говорили на работе раньше. Бери клинышек. Там бери тоже клинышки. Надо тарелку убрать. А этих сдвинуть? А этих сдвинуть, да. Видишь, как красиво. Как будто и не начинали кушать. Да. Новая серия.
А то я обычно друг на дружку же складывал, они еще прилипали друг к другу. Одно к другому прилипает. Угу. Начинка. Вот так, видишь, супер. Айдея. Угу. Одна из первых пиц, которые я пробовал, это было 4 сыра. Угу. Вот это тоже попробовать. Что за сыр туда кладу, кстати? А там пишут же состав обычно. Чеддер, моцарелла, что там? Надо пробовать. На Новый год у нас такое разнообразие сыров было, что можно было сделать пиццу 11 сыров. Да. Там некоторые не пошли бы в сыр, этот, в пиццу, наверное, да? Которая с плесенью. Ну почему любители, может, и положили бы с плесенью? Мне кажется, если синий с белой плесенью одновременно сыпануть, ну белая поплывет. Ерунда получится. А как с этим с синей плесенью будет тоже происходить при высокой температуре, я тоже не знаю. Поэтому такая вещь. Все-таки домашняя пицца есть домашняя пицца. Мы, кстати, в Турции не пробовали не домашнюю пиццу. Не. Сыра много. Классно. На 4 пиццы у меня ушло 750 плюс 150, сколько? 900 грамм сыра. Тот сыр, который ты купил, мне не понравился. Угу. Я весь угнала. Но вот видно, что сюда ты поменьше положил сыра. Сюда поменьше, а больше всего было на тот, который мы съели. Потому что она последняя была. Уже надо было докидывать все. Добила. А еще раньше была пицца популярная, Маргарита называлась. Как она готовится, я не знаю. В принципе, там стандартно томатики, маслинки там. Помнишь, что Маргарита называлась? А я еще помню, как-то давно-давно заказал в кафе эту Маргариту. И ждал ее, ждал. И все проклял, что связался с этой Маргаритой. Ее делали там часа полтора, наверное, я не знаю. Они там рожали эту Маргариту или что. Прям ужас. Кстати, друзья, напишите ваши любимые начинки для пиццы. Да. Как вы готовите, нам тоже интересно. Может, мы что-нибудь понравится, повторим. Ну да. У нас начальник раньше был, он любил только вегетарианскую пиццу. А потом приходил, веганскую закинется, потом с мяской, с колбаской, с сырком. Нормально. А веганская пицца делается с сыром или без? По идее, должна быть без. Да? Я не могу сказать. Визуально она каким-то с этим, с каким-то халапеньо, что сделано. Зеленый какой-то перец там лежал. Уже не теплая даже. Первая была прям горячая. Возьми в ладошки и грей. Какие еще фастфуды можно назвать вкусными? А, кстати, кто-то рассказывал о твоем любимом Биг Тесте
Не во всех странах делают. Кстати, в Турции в Макдональдсе нет картофеля по-деревенски. Вот. И у нас дети, значит, картофель по-деревенски, еще этот молочный коктейль большой. Поэтому мы им брали обыкновенный какой-нибудь там чизбургер или гамбургер. Вот. А Алексей берет обычно этот Биг Мак, а я, конечно же, Биг Тейсти. А я не только Биг Мак, я беру любые большие, потому что бывают еще. У них там новенькие какие-нибудь появляются, поэтому я тоже, мне нравится пробовать вот эти новенькие. Раньше был Биг Тейсти с, как она, с ветчиной, кажется, называлась, или с что-то такое. Вот такой со вкусом шашлычка был, вот тот прям мне нравился Биг Тейсти. Но Биг Тейсти, он всегда со вкусом шашлычка, с дымком, там в соусе этот, жидкий дым. Возможно. Но вот те прям, я вспоминаю, прям вкусно было. Потом еще был... раньше продавался, потом он ушел и опять появился еще раз на какой-то гамбургер большой на темном хлебе. Тоже вкусно было. Почему-то он как-то вот туда-сюда его мотылял, и потом совсем он пропал. Да. Потом мы все это смолотим, потом мы еще Макфлори покупаем. Поэтому да. Вот так вот, короче, обкушаться, ну, уже, наверное, не 200. Ну да, сейчас ценник прям растет, вот только успеваю деньги носить. Да. Так что, друзья, нам было сегодня очень вкусно. Я прям обкушалась, что прям аж дышать тяжело. Да. Очень вкусно, друзья. Рекомендуем на 100%. Вообще легко-легко. Вот сейчас только с Алексеем обсуждали, пока Алексей батарейку менял. Ничего вообще особенного я не положила. Ни одного ингредиента сверхъестественного. Болгарские помидоры, лук. Даже маринованных огурчиков тут нету. Да. Кетчуп. Кетчуп и колбаса, сыр. Все. Да. Вот такая безумная вкуснятина, рекомендуем. Ну а мы будем заканчивать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарии какие-нибудь хорошие напишите. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще, увидимся снова. Пока-пока.